2 августа российские десантники отметили праздник крылатой пехоты. В Заинске по традиции торжественный митинг прошел возле памятника воину-освободителю. Здесь собрались те, кто отдавал долг родине в воздушно-десантных войсках. Всего их в Заинске 165. Годы службы, какими бы они ни были тяжелыми, бывшие солдаты вспоминают как самые лучшие. Для них это своеобразная школа жизни. Я думаю, что всегда останетесь в строю, поэтому вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, поменьше проблем. Мы являемся детьми и внуками наших отцов и дедов, которые выиграли в Великой Отечественной войне. И мы преклоняем голову перед их геройством, как в тылу, так и на фронте. И мы должны нести с собой эту вечную память, передавать его своим детям, молодому поколению. В этот день десантники еще раз вспоминают о тех, кто погиб, выполняя свой долг. Минута молчания, дань уважения солдатам, отдавшим жизнь, защищая свою родину. Заинские десантники немалый вклад вносят в работу по патриотическому воспитанию молодежи, оказывают помощь в реконструкции памятников, установке памятных табличек и другие заслуги. В завершении торжественного митинга фото на память и громкий лозунг праздника крылатой пехоты.